Одиннадцатиклассники готовятся к сдаче экзаменов. В этом году в Покачах на базе 4-й школы ЕГЭ будут сдавать 82 человека. Это выпускники текущего года и прошлых лет. Самым популярным предметом вновь является обществознание. Его выбрали 37 человек. 26 мая за парты сядут юноши и девушки, которым для поступления в учебные заведения необходимы баллы по литературе и химии. Я выбрала сдавать химию, математику, профиль и русский язык, естественно. Готовлюсь к экзаменам на онлайн-курсах с учителями. Также у нас очень много дополнительных занятий по математике, поэтому я считаю, что к экзаменам подготовлена хорошо. Везде и в школе, и там мы пишем пробники. Везде я набираю достаточно высокий балл и довольна своими результатами. Рособрнадзор также определил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы. Так, например, для тех, кто сдает иностранные языки, необходимо набрать не менее 22. По математике и русскому – 27 и 36 соответственно. Помимо этого, в текущем году произошли изменения в передаче готовых тестов. Сканировать материалы будут прямо в аудитории после завершения экзамена. Мы на камеру объявляем: экзамен завершен. Читаем форму 0502, полностью протокол проведения. И потом при техническом специалисте, при члене ГЭК, у нас происходит процедура сканирования.